О май гад! Это же Rolex! Это золотые часы! Ну, золотые часы должны стоить дорого! Привет, меня зовут Пози. Сегодня я собираюсь покупать ваши постройки в Бравл Старсе. Я попросил своих подписчиков построить любой предмет из реальной жизни в Бравл Старсе. И за каждую постройку я буду донатить гемы. Поэтому, ребята, если вы ждали второй части этой рубрики, обязательно поставьте свой лайк под этим видео. Собираем 100 тысяч лайков, и тогда злобный медведь Нита не растерзает тебя на маленькие кусочки. А вы знаете, он бывает иногда очень злой. Ну а также ставь лайк, если ты любишь Бравл Stars. Ну что ж, первая карта на сегодня называется подписка и лайк. What? Я же попросил построить настоящий существующий предмет. Интересно, в каком городе можно увидеть висящую в воздухе подписку и лайк? Ну, ладно, смотрите, здесь выполнен красивый лайкосик, какой-то плюсик, какая-то зеленая стрелка, я не особо понимаю, что это такое, и кучу телепортов. Я так и не понял, при чем здесь подписка. What? Всего 4 игрока будет играть? Серьезно? О май гад, вы посмотрите, сколько же здесь банок, о май гад! Я сейчас буду просто баночный магнат. Чуваки, вы смотрите, у меня 15 банок, 16, 17, 18. Вот смотрите, я тут вижу бегающего крабика. Дружище, извини. О, что это было? А, блинский, Wi-Fi. Фу, не пугай меня так, Wi-Fi. Так, ладно, давайте мы с вами воспользуемся телепортом. Посмотрим, куда же он нас телепортирует. А он нас телепортирует... Да, это просто мега офигительный телепорт, по-другому не назовешь. Так, смотрите, а красный телепорт, куда меня приведет красный телепорт? Та-дам! А, понятно, в общем, все эти телепорты вокруг лайка находятся. Честно, это не совсем та постройка, которую я ожидал увидеть. Почему-то я думал, что они построят, ну, не знаю, там, машину, не знаю, может быть, самолет, что угодно, но только не это, может быть, даже шляпу. Смотрите-ка, тут Сэнди у нас, о май гад, я почти его догнал. Я почти его догнал! А, я телепортировался, вот отстой. Что-то мне сложно как-то догнать Сэнди. Ладно, сейчас мы с вами затащим красивенько. Давай, Сэнди, что это, что это? А смотри, а у меня есть супер прыжок. А все, конец, ты проиграл, все, конец. Окей, ребята, мы с вами заняли топ-1. Ну что ж, эту карту подписка и лайк я оценю, пожалуй, в... 30 гемов. Это не совсем предмет. Кубок и медаль. Это у нас существующий кубок с надписью номер 1. И медалька. Кажется, я уже видел подобную карту где-то в Бравл Старсе, либо в одном из своих роликов мне подобная карта попадалась. Ну ладно, окей. Мы ее с вами тоже оценим. Кстати говоря, смотрите, карта полностью сделана из кустов. Давайте сыграем с вами опять за Эдгара. А, стоп. Зачем играть за Эдгара, если у нас есть новый прекрасный бравлер, которого я еще не прокачал? У меня на нем всего лишь 16 кубков. Это Белль. Сыграем за Белль. Так, смотрите, я возле медальки появился. Ага, там у меня сверху Брок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, Брок, раз выстрел. Ну все, тебе конец. Ну что ж, одного мы с вами затащили. Прячемся с вами в медальку. И давайте мы с вами воспользуемся здесь ловушкой. О, божечки мой. О, кто-то все-таки попался в мою ловушку. Что-то недалеко я как-то ушел. Вам так не кажется? О май гад, о май гад. Так, я кого-то убил. О, смотрите, тут же у нас Бравлер Сту. О, Эль Прима! Нет! Почему вас здесь так много? Мне страшно. Мне как-то не по себе. Не по себе немножечко! Вы меня бросаете из стороны в сторону. Это что, шутка какая-то? Они решили мной покидаться. Так, ладно, я только что кого-то убил. Отлично. Блин, я ведь его не атаковал специально. Ладно, я знал, что с этим стул лучше не связываться. Вот эти вот стулья, а? Ну что ж, последний раз играем с вами на этой карте, да? Показываем с вами мастер-класс. Вот так стреляем по Эдгару. Не попал. Стреляем туда по Эдгару. Не попал. Ладно, окей. Давайте мы с вами вынесем стул. Мне не нравится стул, честно вам признаюсь. Фу, мышиный бравля. Вот что это было, а? Что это была такая за кибератака? Давайте мы его с вами заманим в кустике. Сейчас кинем здесь ловушечку. Так. А, нет! Ух ты! Так, выстрели туда на всякий случай. Они все бегут за мной! Отстаньте! Так, Пайпер, видимо, сейчас тоже забежит в этот кубок. Давай, 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 забегаем сюда. Все, мы с вами действуем внезапно. Ух ты, ух ты, ух ты. Друг, ты зачем тут за мной бежал-то? О, как же хорошо я его замедлил. Блинский, как же это было красиво, чуваки. Вы видели, да, он там прям за зоной замерз. Задохнулся и замерз. Ну что ж, кубок и медаль я оцениваю тоже в 30 гемов. Хотя нет, я бы ее даже оценил в 80 гемов. Это получше, чем подписка и лайк. Ядерная бомба. О май
Гад! Это же просто пушка! Нет, стоп, здесь это слово не подходит. Просто ракета! Смотрите, здесь какая-то космическая пыль, снизу у нас огонек, потому что ракета взлетает, и знаете, куда она летит? Эта ракета летит в сторону Лайкоса. Лайкоса под этим видосом. Она собирается разорвать, взорвать, выпендрабумить кнопку лайк. Вау, я появился прямо рядом с сокровищницей. Так, тут у меня мой друг Фрэнки. Фрэнки собирается мне помогать. Пули у Бель, конечно, просто тема, скажу вам так. Они отскакивают, и это действительно прикольно. Ну что, Фрэнки, один раз я по тебе выстрелю. Сори, я фармлю ульту, все хорошо. Давайте я на всякий случай здесь ловушечку поставлю. А, мы все вместе с вами пробрались прямо в ракету. Куда же мы с вами полетим? Оу, я прям выстрелил в центр, смотри. Нифига себе! Как долго моя пуля летает! Я здесь просто апокалипсис создал. Крушим здесь все. Уничтожаем, так сказать. Все, я убегаю. Я там посеял панику. Сейчас там все друг друга перебьют. А я спрячусь прямо на верхушке этой ракеты. Нет, это была плохая идея. Я отсюда теперь никак не выберусь. Что мне делать? Ладно, поставлю ловушку здесь. Помогите кто-нибудь! Пробейте, пробейте мне выход! Они меня явно не особо сильно взлюбили, эти чуваки. Все, я убил Фрэнка. Извини, Фрэнк. О, здесь стул. Давай, убей стул. Нет, как? Что? У него 9 банок было, и было так мало хп. Как его не убил Эль Прима? What? Окей, чуваки, ядерную бомбу я оцениваю в 950. Гемов. Мне безумно понравилась эта постройка. Я считаю, что она заслуживает такого количества гемов. Ну что ж, чуваки, следующая карта у нас радио. О май гад, посмотрите, это старое радио. Тут есть рукоятка. Ну, а также тут есть колонки. Тут есть маленькие кнопочки-переключатели для этого радио. Есть зеленая кнопка для записи и антенна. Что ж, это очень даже красивый рисунок в Brawl Stars. Красивая постройка. И чтобы хорошенечко попрыгать на этой карте, я опять выберу Эдгара. Теперь я тот самый человек, который всегда заходит последним в игру. Мы с вами в районе антенны. Давайте перепрыгнем. Воу! Блинский, не туда, не туда я хотел прыгнуть. Ладно, надеюсь, я сейчас не наткнусь на чувака, который умеет стрелять. За что? Бравл Старс! Ой, блин. Жду, когда игра закончится. Смотрите, Water Bottle Flip Challenge. Показываю. Вам тоже нравится, когда вы играете в какую-либо игру, забираться туда, куда нельзя залезть? Ну, в этом что-то все-таки есть, мне так кажется. Опа, все, смайлик отправляем. Мы добрые, сегодня мы добрые. Все, мы не сражаемся. Ай-яй-яй, ой-ой-ой-ой. Да ё! Ну все, все, нельзя, нельзя убивать. Все, хватит. Я никого не убиваю, я никого не трогаю. Я ничего плохого не делаю. Все хорошо. Все, мир. Мир, чувак. Он не собирается крутиться вокруг меня. Меня это что-то пугает. Так, ладно, воспользуемся ультой. Полетели! О-о-о! Я к порталу. А, понятно. Понятно теперь, куда ведет меня этот портал. Что вы здесь устроили, я не понимаю. Давай, 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 давай. На батутике. Опа! Все, прыгнул сюда. Куда я полечу? Оп, на портал тэпнулся. Нет, зачем вы меня обратно телепортировали? Здесь же просто кобздец какой-то происходит. Так, извини. О май гад. Увернулся от бомбочки. О, со сту посражаемся. О, Почему он такой воротливый? Ладно, мне теперь просто интересно узнать, кто же выиграет. Ну, смотрите, Сту пока что очень уверенно держится. Стоп. Да ладно. Кто выиграл? Непонятно. Видимо, это была ничья. Ну что ж, карту радио я оцениваю в 170 гемасов. Я считаю, что карта очень даже минималистичная и прикольная. 170 гемов — это хорошо. Ютуб. Даже не знаю, стоит ли покупать такую постройку. Камон! Неужели он это строил несколько часов? Это какой-то обман. Кнопка YouTube. Опять YouTube? Серьезно? О, смотрите, это кнопка на 10 миллионов. И тут у нас есть маленькая кнопочка. Много пустого пространства с кустами. И надпись 10 миллионов. Но камон, кнопка на 10 миллионов выглядит абсолютно не так. Кнопка на 10 миллионов, она большая, у нее нет рамки. И да, там нет надписи 10М. Что ж,
Даже не знаю. Ладно, давайте я выберу розу для этой карты, потому что тут у нас много кустов, а роза в кустах бессмертна. Давайте, последний раз перед каткой. Блин, не получилось. Так, все, побежали с вами в кусты. Так, используем здесь кустики. О май гад, я бессмертен, я мангуст. Попробуйте найти этого мангуста. Так, Эдгар. Что это было? Почему сработало такое супер-мега замедление? А, я, видимо, попался в чью-то ловушку. О, а вот и токсичная надпись 10 миллионов. Чисто для токсиков. Если ты токсичный, то у тебя будет такая надпись. О, блинский бул. Нет, не стоит. О, Роза, привет. У нас с тобой одинаковые скины. Эй, ты меня видишь? О май гад. Он пытается сквозь стену его прострелить. Давайте, затащу кольта. Ай, опять замедление. Нет. Нет. Ух ты, блинский! Даже не думай! Почему 9-е место? Почему никто не погиб? Один человек всего погиб до меня. Вау! Ну что ж, это было опять супер красиво. Знаете что? Совсем забыл вам сказать, что купить мой мерч вы можете на сайте bromerchik.com. Одежда от Пози. Футболка, которая на мне, это моя футболка с моего мерча. Ссылка в описании. Давайте мы с вами затащим всех тех, кто спрятался в кустах. Автоатака уже наготове, чуваки. Вот это я понимаю ловушка Джокера. Окружаем. О! О май гад! Вот это Эдгар Прыгунчик, конечно! Попрыгунчик нашелся! Так, против кого я остался? Наверное, Бул. Да, это Бул. Окей, чуваки, аккуратно его обходим. Давай, Бул. Давай, где ты? Покажись! А, блинский, он убежал! Он как будто знал, что я сейчас использую ульту. Подхиливаемся. Все, фулл хп! Давай. Не добил немножечко. Ну что ж, эту кнопку Ютуба я покупаю за 80 гемов. 80 гемов. Почему бы и нет? Золотые часы. О май гад. Это же Rolex. Это золотые часы. Ну, золотые часы должны стоить дорого. И, кстати говоря, смотрите, тут батуты есть, которые ведут вас на центр. Тут спавнеры все находятся рядом друг с другом. Куча телепортов. Интересная карта. Ну, давай сыграем на ней. Мы с вами появились в верхней части этой карты. А, я не успел запрыгнуть на батут. Ладно, мне страшно. Я просто не хочу погибать. Вот и все. Я хочу добраться вот до этих банок, которых там... Да ну хватит. Все. Да все. Хватит. Не смешно. Да елки-палки. У меня пинг миллиард, чуваки. Ненавижу, когда лагает брался. Блинский. Ну все, мне конец. Меня убили, инфосотка, чуваки. У меня пинг миллиард. Нет, меня еще не убили. Я еще жив. Фу, кажется, я отлагал. Вот мы с вами и в золотых часах. Опа, он ремешок сломал. За что? Тот мешок был из титана, а это деревянные стрелочки. А вы знаете, из какого они дерева? Из красного дуба. Если такое существует, конечно. А этот ремешок, ремешок из драконьей кожи. Драконья кожа, которая сделана из дерева, бочек и черепов. Черепов жертв. Ух ты. Все, я посеял панику, чуваки. Посеял суету, так сказать. Все, убегаем. Красный телепорт. Куда он ведет? Мне интересно. Ну-ка, давай. О, я жив, на удивление. Ах ты, Динамайк. Извини, Динамайк, ничего личного. Все, я спрятался. Меня здесь нет. Ух ты. А! Не, ну с семибаночным сражаться это сложно. Ребят, эти часики я оцениваю в 360 гемасов. 1800 рублей. Ну что ж, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Я считаю, что в этом ролике постройки получились намного круче, чем в предыдущем. Здесь были самые разные постройки. Но больше всего, конечно, мне понравилась ядерная ракета. Это вообще прям зачет. Напомню вам, что самое время подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео. 100 тысяч лайков, и тогда этот медведь не сожрет вас. Он ведь ждет. Помогите. Ну а также вступайте в мой дискорд-канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Там вы можете найти себе тиммейтов для игры, пообщаться, найти друзей. Ссылочка в описании. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос!